Помоги, Али. Всем привет, ассаламу алейкум. Балам екеуміз мына есік алдын дворды көгалдандыру футбол поля, волейбол полеларын ұйымдастырғалы жатырмыз осы карантин уақытында. С вами Али. Мы решили, что во время карантина надо заниматься полезными вещами. Не просто сидеть, смотреть перед телевизором. Семейные посиделки это хорошо, но всем двором все-таки нужно тоже общаться. И мы решили, что надо улучшать свой двор тем, что мы собираемся построить наше футбольное поле. Вот наши соседи, мои друзья. Мы собираемся еще волейбольное поле построить. Поставили лунки, покрасили заборы. Все это мы делаем всем двором. И во время карантина нужно не просто так проводить время. Нужно проводить его с пользой.